Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Мы находимся в Турции, в Анталии, в отеле Rixos Downtown Antalya. И сейчас покажем вам, как выглядит стандартный номер с боковым видом на море в этом отеле. Наш номер, который нам дали, находится на 5 этаже. И вот мы поднимаемся на панорамном лифте и заходим в наш номер. Площадь номера 32 квадратных метра, большая достаточно кровать, дополнительный диван, плазменная панель, просторный балкончик, с которого открывается боковой вид на море и город. Более подробный обзор этого отеля смотрите на нашем канале. Не забываем, друзья, подписаться, конечно же, поставить лайк, будем очень признательны. Значит, в номере здесь есть еще мини-бар, который пополняется ежедневно. Здесь водичка, соки, пиво, кола, фанта. В ванне идет душ и также тропический душ. Из банных принадлежностей шампунь, гель для душа, лосьон. Никаких особых приколов нет, типа там зубных щеток, бритв и тому подобное. Имеются халаты, тапочки, парочку дополнительных подушек, одеяло, сейф, принадлежности для чая, кофе и вот набор антиковидной маски, санитайзер, салфетки. Друзья, подписываемся на наш канал, не забываем, будем очень благодарны за лайки и комментарии. Будьте все здоровы, до новых встреч!